осадок и укачивается на обработку ЦМО. О реализации комплекса мероприятий по реконструкции очистных сооружений президенту компании «Евразийский» докладывает главный инженер Сочи-водоканала. Провести замену всего оборудования стало острой необходимостью, ведь в Адлерском районе за последнее время появилось много новых объектов, а сооружения, возведенные почти 45 лет назад, ни разу не реконструировали. Это даст возможность подключить дополнительно 7 тысяч объектов. И планируемые вложения наши составят евразийского, это 400 миллионов рублей. И это деньги, которые будут инвестированы без увеличения тарифа для населения. И это в этот год, который мы запланировали сделать, мы восстановим их работоспособность до номинального уровня. В ближайшее время начнется монтаж оборудования, отвечающее современным экологическим требованиям. Сейчас ведутся работы на первичном отстойнике. Реконструкция очистных сооружений Кудепста уже началась, но на производство этот факт никак не влияет. Наряду с проведением работ по демонтажу аэрационной системы продолжается весь необходимый технологический процесс по обработке и очистке сточных вод. Это и есть самое сложное – проводить ремонт на действующем объекте. В нескольких так называемых коридорах уже снято старое оборудование, проводится очистка аэротенков и илоскребов. Общий проект подразумевает под собой реконструкцию двух первичных отстойников. Далее будут произведены работы по замене аэрационной системы в четырех аэротенках, на которых мы сейчас находимся. Также проект включает в себя реконструкцию трех вторичных отстойников, полностью переоснащение насосной станции сырого осадка. И в цехе механического обезвоживания осадка будут смонтированы новые современные центрифуги. Завершить установку оборудования специалисты Сочинского водоканала планируют в следующем году. Такая реконструкция позволит подключить несколько тысяч новых абонентов без ухудшения качества очистки сточных вод. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.